Всем привет! Всех рады приветствовать на нашем канале. Сегодня мы вместе с моим мужем, как обычно, покажем закупку из Окея. Хочу сразу сказать, что мы ездили не закупаться, мы ездили по магазинам, нам нужно было купить новогоднее платье дочери. Но в Окей все равно зашли и буквально, знаете, так вот, по верхам, что, как говорится, самое выгодное по акции, то, что было нужно. Я имею в виду, что это не какая-то там основная закупка, нет. Давайте начну с бутылок. Во-первых, мы купили масло подсолнечное. Оно было по акции. И когда я вижу по акции, я никогда не беру одну бутылку, потому что сейчас, когда оно достигало каких-то непонятных пределов... В общем, почем оно было? Масло подсолнечное Слобода 109,99. Ну, 110 рублей, мне кажется, это очень хорошая цена. Изначально мы всегда его покупали, по-моему, за 99 рублей. 98. Ну, 98, да. Ну, Слобода и Альтера — это вот два моих любимых производителя масла. Дальше, что касается еще бутылок. На новогодний стол мы купили два напитка. Это аналог Ксюксю, а это аналог Апероля. Ни один, ни второй аналог мы не пробовали. Мы пробовали настоящие напитки, но я больше чем уверена, по составу одно и то же, я больше чем уверена, что мы абсолютно не увидим разницы. А разница в цене примерно в 3,5 раза. Посмотрим. Не буду, конечно, вам говорить, может быть, ерунда ерундой, а может и нет. Фрутта Строубери 350 рублей. Так. Аперотти Аперитиво. Ага. 279. Ну, вообще, красота. Я брала похожий апероль на день рождения один в один. То же самое, что дорогущий апероль. Так, по бутылкам все. Давайте по химии. У Окея появились свои какие-то абсолютно для меня неизвестные таблетки для посудомоечной машины. 30 штук. Я захотела попробовать. У нас большой запас таблеток, но когда я вижу что-то по акции, я всегда беру. 240. 240 рублей, 30 штук. Потрясающая цена. Дальше. Тоже у Окея, у них появилась своя, в общем, фирма, которая называется White Cloud. Потому что я купила еще кое-что этой фирмы. Она самая выгодная. Вам должно быть видно все. 12 рулонов. 2 слоя. Она такая перфорированная и белая с розовыми цветочками. Должна быть, ну, такая по ощущениям мягкая бумага. Что... 170. Вообще. Мне кажется, это очень выгодно. Потому что у нас 8 рулонов стоит 150. Также White Cloud я купила еще бумажные полотенца, 2 слоя. Была одна большой моток. Нам неудобно, дети пользуются. Я взяла 2. 70. Так, ох. Просто мастер этого, знаете. Мерчендайзер. Да. Так, дальше. Что у нас тут? Сколько здесь грамм? От Аиста я взяла Босс. Я не пользуюсь никогда в таких коробках. Я пересыпаю. У меня есть специальная такая пластиковая коробочка. Мне так удобнее. 300 грамм. Я не знаю, кстати, выгодно я купила или нет. Мне просто он был нужен. Я его увидела, взяла. По-моему, он порядка 70. 78. Вот. Ну, наверное, мне сейчас напишут, что это не очень выгодно. Салфетки – обычная покупка. Люблю салфетки из Окея. Они всегда до конца влажные. И главное ими пользоваться аккуратно, чтобы не разорвать. Но в целом я всегда до последней штучки. 50. Угу. Хорошая. Так, дальше еще по химии. Была хорошая цена на вот эти сменные блоки для освежителя. И при покупке двух каждый, по-моему, был по 100 рублей. Сережа сейчас подскажет. Да, 100. Я попробовала все запахи, и там был грейпфрут, яблоко, вообще мне не понравилось. Несмотря на то, что здесь написано антитабак, запах приятный, мне понравился. И дыхание моря, то есть каждый по 100 рублей, потрясающая цена. Они подходят для наших распылителей, все отлично. И сюда же отнесем уже очень много новогоднего всего. И так тяжело мимо этого всего пройти. У нас в этом году будет елка опять белая, и я решила взять еще две игрушки, потому что елка у нас... Мы в прошлом году купили новую, она намного больше, чем предыдущая. Я поэтому, мне кажется, в прошлом году было маловато у нас игрушек. Я немножко докуплю в этом году. 130. Две штучки, получается, каждая по 60 рублей. Ну, конечно. 65. Да. Не сказать, что тоже супер выгодно. Так, все. По химии все. Давайте из овощей покажу, что
Я взяла... Мы вчера закупились только овощами и фруктами. Единственное, что мы не купили, это китайскую капусту. Она была по 69,90 килограмм. Мне кажется, это очень выгодно. Ее было очень много. Я взяла на 99 рублей. Красивое для салата то, что надо. А дальше. Из мясного мы взяли сосиски «Папа может». Мясные, 800 грамм. А Сережа сейчас скажет, сколько они стоили. 200 рублей. 299, да. Дальше взяли еще, тоже по акции были, из сладкого. Вот такие от Окея. Selection. Это их производство. Сырки, они очень неплохие и по составу, и они вкусненькие. Тоже на них была 27. Вообще хорошая цена. Я взяла 4 штучки. Красивые, правда? Все-таки, конечно, когда в коробке сразу... Так, 2 хлеба, один их производство прямо, Бородино 39,49, он вкусный, с тмином, я люблю. 31,60. А, 31,60? Да. Написано 39. Ну, это, может, завес какой-то. Хм, странно. Ну, а, скидка 8 рублей. А, не знаю. По карте. А, типа со скидкой, и один тостовый для завтра на утро, для тостера хлеб. Какой-то аючинский, не знаю, чисто попался нам, уже мы шли к кассам, я увидела, думаю, надо взять. Дальше, он 40 что-то стоил, 39. Да? А, тоже была цена не 39. Папа купил себе скумбрию, я не люблю такую скумбрию, мне кажется, она очень жирная. Я скорее куплю, знаете, какую, не в вакууме, а вот в магазине просто, на развес. А Сережа любит именно такую, но... 150. 150 рублей, но вообще недорого, кстати, мне кажется, для скумбрии. Дальше еще мы взяли... Вот так у нас кошечка пришла наша. Что случилось? Иди, сиди с нами, сиди. Еще мы взяли 2 горбуши для супчика. Сережа хотел именно горбушу. Не знаю, мы первый раз, мне кажется, взяли вот именно океевскую. Посмотрим. Потому что все остальное было либо то, что нам нравилось без акции, либо, короче, не то. Помочь? Нет, мне не надо помогать. 84,50. Вообще хорошая цена. Дальше Сережа без меня тоже взял. Я даже не видела. От этой же фирмы Окей Дейли пасту томатную. Знаете, чем удобно? Тем, что ты воспользовался сразу целой. Одноразовый. Да, то есть ты воспользовался, и у тебя нет ее. 30 рублей. Вообще класс. Так, так, ручоночки вы, наверное, понимаете, да, чьи тут? И последнее, что у нас осталось, это как раз для этих шаловливых ручек кукурузные палочки. 160 грамм. Это папа взял. Папа, да. Окей Дейли тоже. Видите, как много у нас этого Окей Дейли. Конечно, можно. 32,50. Вообще палочки. Класс. Короче, вот и вся закупка. Сколько у нас мы потратили? Мы потратили 2,754. Ничего не купили. По сути, нет. Ну, конечно, алкоголь дорогой. Я ничего не говорю. Ваша скидка 976 рублей. Это еще типа выгодно. Таблетки тоже дорогие, понятное дело. Кать, не надо, зайка, зачем? И самое дорогое — это алкоголь. Туалетная бумага, сейчас вам скажу. Да, получается, самое дорогое — это алкоголь. 352 рубля. Все, 2,754, как не бывало. Я имею в виду мясо, ну сосиски, что это, мясо разве? Сейчас, конечно, ты начинаешь потихоньку привыкать к тому, что ценник на кассе тебя не то что шокирует, он, знаете, просто ты каждый раз перед тем, как тебе скажет кассир, настраиваешься, сколько в этот раз. Так что вот такая закупка, уже новогодняя все. Как новогоднее, уже даже, мне кажется, настроение. Платье, кстати, мы купили Катюне. Еще мы купили Сереже шапку в Спортмастере. Так что очень удачный шопинг. Хотите, вам покажу шапку Спортмастера? Платье я уже повесила. А шапочку покажу. Вот такая. Очень хорошенькая, тепленькая. Я надеюсь, будет. В общем, мне очень понравилось. Приятненькая. И тянется, не жмет, ничего. Короче, классная шапка. Так что очень удачно съездили. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. И спасибо всем большое, что вы посмотрели. Всем пока-пока. Говори пока. Говори.
Но ты тебя не видно. Пока.